Круговые удары. Техника для удара одной рукой. Делаем шаг в сторону противника. Ударная рука движется снизу вверх к себе. Продолжаем движение по кругу вверх. Наносим удар сверху вниз. Удар наносится костяшками кулака по лицу сверху вниз, как бы черкая. Далее кулак, двигаясь по круговой траектории, уходит вниз и затем к себе. Можно наносить несколько ударов подряд. Делаем удар, используя небольшой импульс корпуса. Удар наносится уверенно, сминая защиту и стойку противника. Техника для удара двумя руками. Удары следуют подряд один за другим. Когда одна рука делает удар, вторая готовится для удара и наоборот. Проводя серию ударов, можно ломать защиту и сбивать удары противника, одновременно атакуя его. Удар не наносит сильных повреждений, но может существенно деморализовать противника, и вы легко сможете нанести мощный добивающий удар.